Все путем? Да, босс. Никаких проблем. Здесь все, что есть? Конверт поле худоват. Я доложил в свой, это покроет разницу. Ты умеешь плавать, Том? Да, бывал на море пару раз. Два моих приятеля поехали с подружками на озеро. Они выпили, закусили там. И один из них решил искупаться. Доплыл до середины и понимает, что силы кончились, назад уже никак. Начинает орать. А второй парень – отличный пловец. Он бросается в озеро, чтобы вытащить дружка. Первый был глуп, не знал, что озеро слишком глубоко, и струсил. Схватил парня за шею, и они оба пошли ко дну. Поле твой друг. Знаю, ты ему предан. И уважаю это. Но больше не смей оплачивать его долги. Я понял, босс. Хорошо. Теперь поговорим об этом Тёрнбуле. Кандидат в губернаторы? Он самый. Болтает о том, как он уничтожит преступный бизнес. Ха, смельчак. Да он же на шлюх тратит больше, чем Поле и Сэм вместе. Мне навестить его? Возьмем его в оборот? Нет. Нельзя верить лицемерам, Том. Нужно сорвать его избирательную кампанию. И так, чтобы больше никто не посмел давать такие обещания. У Вини есть план, да? Конечно. У центрального острова готовится митинг. Место открытое. Попасть туда довольно трудно. Зато оно отлично видно с башни старой тюрьмы. С нее продырявишь козлу башку. Ладно. Схожу к Вини за винтовкой. Помни, у тебя только один выстрел. Промажешь, охрана его тут же спрячет. Я ваш лучший стрелок. Поэтому вы и поручили это мне. Сделай это. Эй, красавчик. Дамы. Ах, как жаль, что ты уже женат. О, он и не посмотрит на нас. Привет, Том. У тебя для меня что-нибудь есть? Пришла посылка от парня в Форт Стэнмори. Сальери хочет, чтобы дело прошло гладко. Так что ты не шуми, пока не убьешь того типа. Наш малыш Тони спрятал для тебя такую в нужном месте. Прямо в тюремной башне? Да. У семьи много воспоминаний оттуда. Но сейчас там ребята иного сорта. Смотри в оба. Тони запер винтовку в комнате на самом верху, где обзор получше. Как же меня сдолбал пеликан, Томми! Это же наш город! Влепи ему промеж глаз. Как будешь в тюрьме, поднимайся на смотровую башню. Последний этаж заперт, но у тебя будет ключ. Политики крутят яйца нам, а мы в ответ крутим им. Пора преподать Lost Heaven урок. Thank you.
Behringer's department store has... Друг, иди сюда. Ты от Тони? Да. Твой друг сказал, ты ищешь смотровую башню. Я пометил путь туда этим знаком. Туда ведет одна дорога, через канализацию. А оттуда все время наверх. Эй, ты! Внизу! Мы никуда не уйдем! Вали отсюда! Нет. Ты точно не один из нас. Тебе здесь не рады. Предупреждаю, мистер! Почему вы не оставите нас в покое? Это ты, коп? Тут заперто! Ты не войдешь!
смотровая башня? Через главный блок и вверх. Обычно ворота заперты, чтобы федералы не вошли. Спасибо. Берегись, незнакомец. Мы сами себя защищаем. Думал, будет больше народу.
Черт. Долго я был в отключке. Thank you.
Дима исчез. Продолжайте поиски. Заграждение установлено. Понадобится помощь. Заходи к нему сбоку! Thank you.
слышал об этом Тёрнбуле? Говорят, мошенник был тот еще. В газете пишут, он запомнится борьбой за 19-ю поправку. Всю свою карьеру положил на это. Это которая? Избирательное право для женщин. Он дал мне право голосовать, Том. И его жене, и шестерым дочерям. Все не так однозначно, да? Наверное. Я должен идти. Том, не делай того, в чем будешь раскаиваться, слышишь? Уже поздно об этом думать.